Небольшая просьба. Из-за алгоритмов YouTube канал начал проседать, поэтому досмотрите ролик до конца, поставьте лайк, напишите комментарий, а также распространите его среди ваших друзей. Вам будет несложно, а каналу это очень поможет. Приятного просмотра. Ребят, представляю вашему вниманию рубрику «Сафари на стримера». В этом видео игроки из чата будут охотиться за стримерами в прямом эфире. Первый убивший команду стримеров получает тепловизионные очки Т7. Их стоимость примерно 17 миллионов внутриигровых рублей. Да начнется жара. В прошлый раз играли на Польше. В принципе, норм. Ну давай пошли. Я Т7 беру, подарок подписчику, если кто-то меня убьет. Т7 как раз человек попросил разыграть. Угу. Ты берешь Т7? Ну, мне подарил подписчик Т7. Сказал, вот на сафари возьми его, кто победит, того и, ну, считай Т7. Ну, типа... Ни хрена себе. Ребят, вы слышали, вы все слышали? Таможня, сервер Польша. 11, 39, 30. Все, сейчас будем... 40. Да, нужно нажимать на 40. Все. Поехали. Поехали. Они проверяют, у нас они в рейде, да, или нет. Да. Они у нас. Они у нас, да. Давай выпрыгиваем отсюда. Да. Есть контакт. Мужик, не вижу. Он на 11 часов от тебя. Я лечусь, обхожу слева. Граната. Граната. Он каленый. Обхожу. Понял тебя. Я у тебя, я сзади. Понял. Еще одна на меня, на ход ноги. Еще одна, да господи. Прохожу правее, прохожу правее. Понял, кидаю гранату. Я в упоре с тобой. Понял, 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 понял. Я под холмом. Понял, я спиной к тебе. Понял, понял. Ты смотри, дерзкий какой. Не вижу. Еще один. Блять. Меня видишь? Нет, тебя нет. Ты на холме прям? Да, прыгаю. Ты где? Я под холмом. По тебе? Нет. По тебе работали, да? Вот я работаю, это я. Это я. Понял. На холме труп. На холме труп принял. А откуда-то с гелика еще глушитель летел. Да, слышал. Я работаю просто по всему теплу. Понял. Я не знаю, залил тоже куда-то, мне показался там игрок за геликом. Вот, на гелике был, да, было тело, которое я вел. Я не стал Понял. Стрелять, я думал, это бот обычно бежит. Еще есть, еще контакт, вдоль забора. Вдоль забора принял. Все, минус. Хорош. Так, надо оставаться в зеленке, только смещаться со снайперского холма. А то сейчас начнешь шотами давай сюда. Докинусь и готов. Подо мной прям. У меня на холме наверху. Еще один на запрыжке. Принял. Я иду в болото. Убил одного наверху. Понял. Я вдоль забора. Ушел вглубь куда-то. Мьёльнира нашел. А, ты убил Мьёльнира? Да. Странно, что он не стрелял. У меня контакт на стройке. Пока не понимаю. Слышу его, не вижу. Ага, вижу. Не убил. Я на мусорке. Мужик, понял, сейчас, мужик, минуту. А, я убил его, все, он говорит, я убил его. Блин, а как нас... Я думал, мы реально... Я все это время хотел сразиться, ну, с Мюллером, как-то попротиводействовать ему. Как он? Почему не стрелял даже? Почему он так не тихо знаю, подошел? Он подходил, да, медленно. Сами попробуем пропушить. Давай. Почему... Это не ПНВ, это... Игорь. Теплак. Все, минус. Это розыгрыш. Не-не-не-не, ЧВК. Стройку занимать. Давай. Еще будете? Сзади нас контакт. Прямо по длине, куда я сейчас смотрю. Ёбаный ниндзя. Вот туда, куда я смотрю. Принял. Слева или справа от скелета? Сейчас был справа, сейчас, наверное, уже идет налево. Идет налево, скорее всего. Контролит. Прокинул ХЕ. Он знает, что я по нему инфу дал. Все, уходим. Уходим. Мне надо докинуться. Давай.
Оп-оп-оп. Держим. Стройку. Давай. Останемся здесь, в опене. Здесь будет преимущество. Давай. У тебя. На рампу подходи. Подходи на рампу. Там... Очень много точек огневых, вполне может прилететь. Подходи. Есть контакт. Спереди, под арендой. Под арендой принял. Минус. Ой, хорош. Снайпер. Да, снайпер по кому-то работает. Не по тебе? Не по нам. Это на коте. Понял. СМИДА двигаются. СМИДА со стороны. Понял, принял. Близко. Понял. Я вышел на болото. Пойду на этот. На... Оп-оп-оп, на танке. Танк работает. Есть контакт под арендой у меня. Принял. Бегу. Он пошел в сторону времянки уже. Не-не, стоит где-то под забором. Принял. Я под арендой, прям под арендой. Тебе надо выйти с болот. С болот, понял, бегу. Он у меня. Прокидываю. Бегу. Где он? Вижу. На гранате. Убил его. Красава. Давай резко за мной, пойдем. На рампу и на общагу. Тупо не сработал шип. Я тебя обхожу. Давай. Есть контакт вдоль забора. Ухожу. И там двойка. Понял тебя. Еще один дальше ушел, да? Еще один, может быть, я его сбрил, не знаю. Один с рюкзаком огромным. Не видел рюкзак. Я у тебя слева, по левую руку. Понял тебя. А, я сбрил. Все. Понял тебя. Ты бегаешь, да, возле меня? Нет. Вот. Минус. А, да, видел, да. Блин, он мог убить меня. Я не знал, что и делать. Нет. Я поэтому... Да, еще! Да, он просто... Нет, это ты, похоже. Меня не пропали, фантомы не пропали. У меня справа был фантом, потом резко слева ты, все. Блин, я понял, говорю тебе инфу по типу вдоль забора, только прицеливаюсь. И слева у меня... у меня же нет коллиматора и нечему закрывать обзор. И я просто вижу, это единственное преимущество, я вижу слева, как тип выходит на линию огня и начинает по мне работать. Вот Мэрвик получается. Слушай, а чем мы идем в общагу? Что? Почему мы идем в общагу? Драться будем. В общаге? Так у меня же... Да. У меня же Т7. Да, понимаю, да. Что я тут забыл? Кто-то у тебя сейчас его заберет. Ну, ребята, походу будет... Оп, прыжок, двушка. Кто-то зашел в двушку. Игорь, давай двушку пропушим. Давай. Нормальные посудомойки, я смотрю. Через твою, да. Давай. Просто... Оп, он уже подходит. Не хочешь? Да, понимаю. Не будем принимать? Нет, ладно. Пусть. Двушку пропушим. Я ничего... Вижу. Готов. Я на лестнице. Я очень красный. Уходи. Я своей же гранатой чуть не взорвался. Он где? На втором этаже. Ага, слышу его, но не вижу. Ко мне летит? Понял. Не мешаю, пока не мешаю, я хилюсь. Я его не пропущу под левую руку, вообще нереально. Понял тебя. Я сейчас попробую помочь. Лечись пока, ты мне целый нужен. От обороны отыграю. Жду. Мне грана. Он на лестнице. На лестнице? Да. На какой? На центральной? На центральной, да. Принял тебя. Вижу, пушит первый. Понял. Я с улицы прям. Прокидываю гранату на центральную лестницу. Давай. Меня пробило. Мьёльнир.
Он понял, он вышел. Он на центральном поле. Отхожу. Слышим. Меня убили. Ко мне запрыгнули. Понял тебя. Сзади запрыгнули. Я минус, все, минус. Я думал, это ты прыгаешь ко мне сзади. Я отошел. Не понял. Двойка поджала. В общей сложности тройка. Да. С одним я сражался, пока там был Мьёльнир. И получается, ко мне запрыгнули сзади. То есть я не понял, кто это. Ну, изначально не обратил внимания. Ну да, тяжело, пипец было, конечно. Не, нормально, ладно. Мне понравилось. Чу-рю-рю-рю.